войну с ними. 6 часов он сражался с ними один на один, не покладая рук, но, к сожалению, погиб. Перед тем, как пойти на тот бой, он написал письмо своим родителям. Звучало оно так. «Дорогие мама и папа, не плачьте, когда я стану шахидом. Наоборот, радуйтесь, что я возвысился до таких высот». Спасибо. Слезы, кровь, повсюду трупы, крик любимых матерей. Побывали в наших землях трусы, показать ли, что они сильнее. Показать ли тени своего зверства, ненависть и зависть к нам. Окропилась красным цветом неба, заставляя боль терпеть сердце. На долю моей страны выпало горе. У моей родины пытаются отнять сердце, а таковым является Карабах. И что же, я должен сидеть сложа руки, говорил Азаки Азымов. Азаки Азымов родился в 1973 году в селении Взовском районе. С детства он отличался добротой и милосердием. Закончив 8 классов местной школы, он отправился на войну. Он начал учиться в техникуме. Началась война в Карабахе, и он, так и не закончив своего обучения, отправился на войну. За годы своей службы он истребил танк и автобус 30 армянскими военными. Физулинская битва была его последней битвой, и он был торжественно похоронен на аллее шахидов. Земля отцов, мой Карабах, мой черный сад, сияет кровоточащая рана, и в воздухе разлится трупный смрад, и по утрам не слышно здесь азан. У мечтей голубые купола превращены вандалами в руины. Молитву за усопших поймала, плачь горько мать утратившего сына. Земля моя, где с детства пели соловьи, где с детства слух ласала весь Мугама. Тебя золой пеплом замели, твоя судьба суровейшая драма. Смертный голос сверху кликнул, пли. Жизнь в одночасье стала глупым тиром. Я верю, жду, значит, станет час расплаты. Исчезнет слово пришлое, Арцах. Тебя вернем, запомнив боль утраты. Спасибо. Национальный герой Азербайджана Чингис Мустафаев с началом боевых действий на Горном Карабахе полностью посвятил себя военной журналистике. Он неоднократно выезжал на зону боевых действий, запечатлял наступление армии. Остались видеокадры, где он охрипшим голосом подбадривал военных, чтобы те вернулись в занятую армянами Шушу. 15 июня 1992 года Чингис Мустафаев был смертельно ранен осколком мины, когда хотел запечатлеть наступление армии. Камера в этот момент продолжала снимать. Указом президента Азербайджанской республики с 6 октября 1992 года Чингис Мустафаев Фуадом посмертно Национальный герой Азербайджана. Это звание гордости и славы. И ты свою любовь, мечта любого мальчугана.